очень довольна такими результатами, потому что мы начинаем работать для первого года работы. Это очень высокие результаты. И ребята, которые все это сделали, это полностью заслуга ребят и педагогов, которые с ними работают. Хотелось бы, на самом деле, всего того, то, что было в прошлом году, но чуть-чуть побольше. Соответственно, и чтобы дети ходили, вот, и конкурсов было немало. Ну и, соответственно, занимали призовые места. Чтобы участвовать побольше в олимпиадах, делать проекты на различные темы, так же, как и для конкурсов, так и для нашего города.